Тройка. Такую оценку получили бийские дороги от водителей. Состоянием дорог горожане не совсем довольны, однако по сравнению с тем, какими были улицы сразу после зимы, положительные изменения видны. Чаще всего страдает подвеска. Также автомобилисты жалуются на пробитые колеса. Несмотря на то, что весна в этом году выдалась ранняя и погода позволяла приступить к ямочному ремонту раньше, сегодняшним состоянием дорог водители недовольны. На дорожном полотне то и дело чувствуются трещины, ямы и ухабы. Совсем недавно выбоины залатали по технологии струйно-инъекционного метода, но пришедший дождь вымыл щебень и снова обнажил ямы. Два раза перебирал подвеску, тем более с запчастями сейчас проблемы, поэтому очень негативно отношусь. То есть хочется как-то, чтобы это было всегда размеренно, а это у нас всегда все в последний момент. Ну, честно говоря, я не очень доволен, потому что если самим качеством проведенного ремонта, и как бы по мне недостаточно было проведено работ, потому что, ну, по крайней мере, по тем местам, где я езжу, я вижу, что еще очень много работы. На троечку, если в нашей дороге. Начали делать, но желательно получше. Старые ямы вот вдоль, в сторону Сорокина, дорога новая, но если сейчас ее не подремонтируют, она вообще разобьется. А так-то, ну, в принципе-то, хоть идет какой-то шевелюш. Но троечка железная, даже с плюсиком. Такое ощущение, вот они каждый год их делают, и что они делают с ними, вообще понять не могу. Маленько машины поездят, и все, и опять все дороги разбиты везде. И стойки, до свидания, стойки. Ну а как вот по таким, мы же так-то налог-то платим все равно, за транспортный налог мы платим, а дороги нифига не делают.